25 ноября 2019 года стартовали продажи обновленного семейства Lada Vesta. Главным изменением стало появление версии бесступенчатой автоматической трансмиссии жатка GF015E, работающей с паре с двигателем Renault H4 MK. Несмотря на установку вариатора, инженерам АвтоВАЗа удалось сохранить высокий дорожный просвет 178 мм, 203 мм для кроссовых версий. Версии с двигателем 21.12.9 и 21.17.9 теперь комплектуются только механической КПП. Выпуск Lada Vesta с роботизированной трансмиссией АМТ прекращен. Помимо этого, на автомобилях семейства были проведены небольшие изменения, улучшающие их эксплуатационные характеристики. Это зеркала с улучшенной аэродинамикой, электроприводом складывания, электроподогревом рулевого колеса, функция подсветки поворота противотуманными фарами, дверные ограничители, дающие дверям легко распахиваться, бескаркасные щетки стеклоочистителей, подстаканники увеличенной глубины, антенна, акулий плавник и задний подлокотник подстаканниками на седанах. Топовая комплектация «Эксклюзив» помимо седана теперь доступна и для универсала Vesta SV. В цветовой гамме появился новый ярко-синий цвет «Дайвинг», заменивший темно-синий цвет «Блюз».